Возможность хранить зерно долго и в хорошем состоянии – главная задача элеваторов. Отгрузка, сортировка, полный анализ зерна и сушка – все процессы происходят одновременно и без задержки. Бесперебойной работой могут похвастаться работники Майнского элеватора, одного из крупнейших в Поволжье. Емкость зернохранилища – 170 тысяч тонн. Линейный элеватор, он не только автотранспорт принимает, и ЖД. У нас железнодорожный путь свой, значит, весы свои, локомотив свой, который также идет, с него может принимать, как зерновагон принимать и также отправлять. После того, как зерно поступает на элеватор, сотрудники лаборатории берут пробы. От результатов анализов зависит стоимость продукции. 81 человек – это аппарат, это люди, которые работают в 2 смены. Угу. Если необходимо, нужно погрузить вагоны в 3 смены. То есть мы в сутки можем… Напряженная работа. Напряженная, ну, да. Ну, это раньше была... напряженная работа была 2-3 месяца заготовку, а сейчас почти круглый год работает. Высокий урожай требует дополнительных мощностей. В прошлом году местные земледельцы собрали 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. В этом году показатель планируют увеличить. Хранить зерно необходимо в комфортных условиях. В регионе уже подготовлено 19 элеваторов. Напомним, Минсельхоз Российской Федерации сохраняет прогноз по урожаю зерна в России на уровне 125 миллионов тонн. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.